музыка. Парижский опера «Комик» уже 300 лет. Один из старейших музыкальных театров французской столицы специализируется на уникальном и типично французском жанре музыкальной комедии, стоящей на стыке оперного, драматического искусства и разговорного жанра. Театр родился из желания парижан иметь помещение, в котором исполнялись бы произведения, которые уже задолго до этого ставились на импровизированных подмостках на улицах и площадях. Для юбилейного сезона руководство театра предлагает веселую, одновременно глубокую «Дочь полка» Доницетти. На сцене артисты, для которых опера «Комик» много значит в личном плане. Для меня этот театр знаменует начало моей исполнительской карьеры. Я ведь именно здесь начинала, и я столькому здесь научилась. Именно в опера «Комик» я поняла, что такое жить в театре. Руководство здесь очень лояльно по отношению к исполнителям. И здесь самые тактичные костюмеры. Они не спрашивают вас перед всеми, ну что, вы поправились или нет. Среди впервые показанных на сцене опера «Комик» шедевров – «Осуждение Фауста Берлиоза». Сопрано Анна Катерина Антоначчи испытывает особую любовь к этому французскому композитору и романтику. «Я сейчас читаю мемуары Берлиоза, и я очень расстроилась, когда обнаружила, что он презирал итальянцев. Иногда мне хочется вернуться в прошлое и исполнить для Берлиоза его Клеопатру, которая была плохо воспринята, когда он представил ее на суд публики. Он сам говорил, что ее плохо спели. Так вот, я представляю, как говорю ему: «Позвольте мне спеть Клеопатру для вас». В постановках этого театра всегда присутствует элемент пародии, и это очень забавно и привлекательно. Ведь изначально народные постановки в опера «Комик» зачастую пародировали высокое музицирование тогдашней аристократии. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Я бы сказала, что это самая сложная ария во всей опере. Но это такая захватывающая роль. Для нее у меня необычный костюм, оригинальный. И потом у меня интересный выход на сцену сразу после Мишеля, который одет в тот же костюм. Вышло очень забавно. Вы знаете, в этом театре В этом театре бродят призраки, совершенно замечательные, и они повсюду. Когда вы слышите удивительные голоса в этих стенах, вы задаетесь вопросом, а не помогают ли исполнителям тени тех, кто когда-то пел на этой сцене. От этой мысли просто мурашки бегут по коже.